Я Кульшариева Багила Сахпириевна, мне 63 года. В 2021 году я случайно увидела объявление в Инстаграме, что набирается набор на обучение компании Shell, на обучение по садоводству, овощеводству. Я, конечно, сразу же написала им, они мне ответили. Вообще, это была моя мечта. Раньше я работала, сейчас я нахожусь в заслуженном отпуске. Раньше работала, мне до этого не было дел. А вот сейчас, вот года три, занимаюсь овощеводством. Выиграла грант, прошла обучение, и именно по клубнике. Клубника у меня ремонтантная. Я взяла новый сорт, Венера называется, и начала сажать. Дает очень много плодов, и она до декабря месяца цветет. Крупная, сладкая. Вот сейчас она цветет. Первый урожай продаю я очень дорого. И у меня получается, что от клубники я получаю больше доход, чем от помидоров и огурцов. Поэтому я сажаю в основном клубнику, чтобы она приносила мне доход, потому что я пенсионерка, пенсия у меня маленькая, а это подспорье моему финансу.